Всем привет! Вы на Флагман ТВ и с вами Евгений Чертенков. Ну что, ребят, у нас сегодня рубрика «События». И, конечно же, мы не могли не посетить выставку Active Expo Fest, которая проходила с 7 по 10 марта в Киеве. Итак, мы, конечно же, находимся на стенде компании «Флагман». И сейчас наши ведущие эксперты расскажут вам про новинки 2019 года и про все рыболовные тренды 2018 и 2019 года. Итак, стенд компании «Флагман». Погнали! Друзья, всем привет! Торговая марка «Флагман» не стоит на месте и всегда развивается, как в строении новых удилищ, так и в строении катушек, аксессуарики и, соответственно, прикормки. Хочу вам представить по прикормке их минимальное количество. Это развивается больше серия CarPro, метод Mix, там появился ананас и слива. Что касаемо таких грандиозных новинок и очень интересных в этом году, это представляется серия ароматизаторов. Появилось два новых спрея и появилось две новые аромата. Спреи вышли под серию Pro. Это более такие народные, интересные запахи. Есть и чабрец, есть и черви красные, опять же чесноки. То есть именно название, которое касаемо продукта, который там налит. И есть серия Ultra. Они больше разработаны. Там есть такая новинка плоскирка, что обозначает густера. И также самая большая плотва, лящ, большой лящ. То есть такие запахи, которые разработаны специально для именно рыбы, ловли конкретные вида рыб. Они имеют не только запах, но и вкус. Также у нас еще появились разные ароматизаторы. Это серия Pro народный, который составляет 250 мл, и серия Grand, которая составляет 100 мл. Серия Pro, она рассчитана на 3 кг прикормки и включает в себя 10 разных запахов, такие как горох, шоколад, ласкирка та же самая, лящ. И все запахи, на которых возможно замешаться, то есть на 3 кг. Если вы хотите сделать максимально эффективным и максимально концентрированный запах понравившейся вам уже прикормки Grand, это вы можете сделать в ароматизаторе Grand, которые так и отображаются эти запахи. То есть на основе этого ароматизатора у вас и создана прикормка River Brim от серии Grand. То есть если вы хотите взять серию, например, желтый лещ, вам нравится фракция, нравится ее вкус и размер, но хотите, чтобы она была запахом именно речного леща, то можете взять и добавить данный ароматизатор. Здесь его используется 100 мл, его необходимо на 8 кг прикормки. То есть на 2 рыбалки, либо на 4 рыбалки по 2 кг спокойно можете немного отливать ароматизатора и спокойно ловить. То есть пропорция у вас выходит 12 мл на 1 кг прикормки. С методными прикормками вас познакомили, новинками, ароматизаторами. И также самое, чтобы поймать достойного карпа на коммерческом водоеме, нам необходим пелец. У нас появляется пелец серии Robin Red, который входит 3, 4 и 6 мм в диаметре. Он насыщенно пахнет перцем. Все, кто был на выставке, могли это оценить, попробовать, оценить на вкус. Он будет успешно работать на водоемах, потому что в прошлом году мы его проверили, и он очень хорошо показал себя результаты. То есть данный пелец растворяется в воде порядка 15 минут в зависимости от диаметра и имеет такой насыщенный запах перца. Еще большой плюс его – то, что он будет довольно-таки демократичный, не сравнивая там с европейскими видами, такими как Халибут. Так что новинок вполне достаточно, можете все прийти. Все новинки появятся с апреля месяца в розничной сети магазина «Флагман». Приходите, пробуйте новинки и, конечно же, пишите под комментарием, какие вы трофеи все-таки поймали на эти новинки и что хотели бы еще дальше видеть в разработке нами как качественного продукта. Всем спасибо за внимание.
Приветствую вас, уважаемые друзья, на Флагман ТВ. Сейчас мы с вами находимся на стенде CarPro. И, конечно же, компания CarPro, как всегда, представлена в максимальном масштабе. Сегодня мы показываем новинки исключительно. Мы сюда не брали позиции, которые представлены в наших магазинах, потому что рыболовы прекрасно с ними знакомы. Здесь мы хотели ознакомить наших друзей, наших клиентов с нашими новыми разработками, которые еще не поступили на прилавки магазинов. Значит, представили все возможные категории, это от мебели до новых крючков. Показываем новые удилища, показываем новые катушки, чехлы. Пытаемся объяснить преимущества наших технических характеристик, наших новых позиций, которые мы здесь представили. У людей это вызывает огромную заинтересованность. Есть чем похвастаться, есть порекомендовать ребятам, которые хотели бы повысить свою квалификацию. Здесь стоят эксперты, которые ознакомляют наших гостей с нашими новиночками. Ребята, те, кто не успел посетить выставку, мы приглашаем, конечно же, посетить наши магазины. Там наши эксперты ознакомят вас с этими новинками. И, конечно же, вы сможете их использовать в этом сезоне. До новых встреч на Флагман ТВ. Всем привет, друзья! Мы с вами находимся на выставке в Киеве, где компания Forest подготовила новинки для туристического сезона 2019 года. Здесь мы хотели бы вам представить новинки для туризма, такие как спальники, как палатки, термоса, газовое оборудование, фонари. И вот именно о ожидаемых новинках по фонарям я бы хотел рассказать немножко детальнее. Значит, друзья, в линейку фонарей мы добавили два фонарика, один налобный и один вот такой подвесной. Оба работают они на аккумуляторах, соответственно, можно заряжать их в любых там условиях, от повербанка, от розетки, от компьютера, где буквально вам удобно. Первый — это налобный, работает в двух режимах: концентрированный свет и рассеивание, и встроен также датчик движения, то есть можно его включать и выключать вот так вот. Второй — это вообще очень крутой аппарат. Имеет он вот такой вид. Самая примечательная вещь — это вверху ультрафиолетовое свечение, которое привлекает насекомых, и там же их и уничтожает. Соответственно, залетают, но не вылетают. Три режима света, 100%, достаточно яркое свечение, 4 часа работы уверенно. Точно так же заряжается от USB, очень просто. И самая важная вещь — это силиконовый диффузор, который не боится ни удара, ничего. И помимо этого, этот фонарик можно просто мыть под водой. Друзья, вашему вниманию представляю рыболовный GPS-трекер Cyber Fishing. Cyber Fishing — это небольшой датчик, который крепится на спиннинг, по Bluetooth соединяется с приложением в смартфоне и содержит некоторые функции. В первую очередь, это GPS-трекер, который записывает по GPS-у наш рыболовный маршрут. Неважно, ходим мы по берегу или плаваем на лодке. Следующее — датчик считает количество забросов. Каждый раз, когда мы выполняем заброс или мах спиннингом, датчик считает наш заброс и ставит точку на карте. Таким образом, во всех местах, где мы выполняли забросы, на карте у нас будут стоять точки. Еще здесь есть функция «счетчик рыбы». При поимке рыбы мы нажимаем на датчике кнопку, и приложение автоматически считает нам поимку рыбы с отметкой на карте. Также
мы можем добавить сюда фотографии наших трофеев, и для каждой поимки подтягивается погода. То есть потом мы можем перейти в историю наших рыбалок, зайти в любой день, выбрать поимку любой рыбы и посмотреть, при каких погодных условиях была совершена поимка. Затем ведется общая статистика по всем погодным условиям, по всем рыбалкам. Таким образом, даже за целый год мы можем посмотреть и узнать, при каком давлении у нас было больше всего поимок, при каком направлении ветра рыба клевала лучше всего и тому подобное. Датчик весит всего 9 грамм, крепится на удилище с помощью двух небольших резинок, имеет всего одну кнопку. Заряжается через магнитный провод с помощью пауэрбанка или от любой розетки. В первую очередь сайберфишинг будет полезен тем, кто привык внимательно следить за своими рыбалками и вести рыболовную статистику. Компания «Флагман» стала официальным представителем компании «Сайберфишинг» в Украине. Розничная цена датчика – 2190 гривен. Скоро в продаже в сети магазинов «Флагман». Всем привет! Рад вас видеть на стенде компании «Флагман», и причем на таком ее отдельном участочке. У нас впервые на выставке, насколько мне известно, это впервые в Украине, появился маленький отдельный стенд, посвященный штекерной ловле. Компания «Флагман» в этом году представляет штекерное удилище 13-метровый, выпущенный под собственным брендом. То есть это достижение для украинской компании. Выпуск именно таких спортивных серий удилищ. Удилище «Флагман» 9-метровое, Black Carp, оно уже на рынке несколько лет есть. В этом году будет обновление всей вообще штекерной линейки. Наконец-то штекерная линейка в принципе появится украинского производителя. И будет множество штекеров. На данный момент сейчас, кроме F1, представлено еще 3 модели штекеров на этой выставке, которые можно уже сейчас потрусить, прицениться, пристреляться, вообще подобрать себе что-то на перспективу и далее уже планировать там на сезон какие-то себе новые приобретения. Первое, о чем хотел сказать, это серия S-Power. Это как бы уже следующий шаг в карповой ловле по сравнению с F1. У нас 10,5 метров это удилище. Оно заточено под такую ловлю крупного карпа. Скорее на коммерческих водоемах, но на реках им тоже можно будет ловить определенные виды рыб. То есть оно с таким достаточно большим запасом прочности. И далее у нас вот эти как раз две таких новинки 13-метровых удилища. Это серия Castmaster и серия Sherman Pro. Я сейчас не буду углубляться в технические характеристики. Они само собой отличаются там модульностью карбона, они само собой отличаются немножко балансом, но лучше приходите на выставку, потрусите. Если не успели по каким-то причинам на выставке это сделать, приходите в магазины, в скором времени они будут, можно будет вживую разложить штекер, и это будет большим плюсом. В отличие от того, что штекера 13-метровые не новинка для нашего рынка, но их обычно надо заказывать, ждать какими-то месяцами, и вы часто покупаете кота в мешке. Компания «Флагман» пошла дальше, разработала, перевезла и ставит в продажу штекера, которые можно уже сейчас пощупать.
Друзья, всем привет! Мы находимся на спиннинговом стенде компании «Флагман». И сейчас в двух словах поговорим о том, что на стенде у нас представлено. Ну, во-первых, мои любимые удочки. Серия под названием «Кеншин». Серия представлена тремя моделями с тестами до 5, 7 и до 12 грамм. Последняя удочка вышла в свет в 2018 году, завоевала уже доверие многих рыболовов. Удилища жесткие, быстрого строя, с большим запасом прочности. Щука, судак, окунь. Здесь любой найдет для себя что-то интересное. Серия под названием «Савада». Это топовая линейка удочек со вклеенными вершинками для спорта. Их целевое предназначение именно джиг. Здесь имеются модели с тестами до 4, до 5. В 2018 году была представлена 84-я «Савада» с тестом до 12 граммов. Это настоящая дальнобойная береговая пушка с уклоном в спорт. Вот. Также будут представлены и расширены некоторые линейки, в том числе та же «Савада». Вот один из предсерийников – это уже удилище с тубулярной вершинкой с тестом до 11 граммов. Линейка будет расширяться, будут модели до 16-18 граммов с разными длинами. Это топовая линейка под названием «Азура Савада». Форелевая тематика у нас представлена двумя моделями на данном этапе. Это «Азура Оливия», всем известная, и «Азура Граппа». Удочка фиолетового цвета с фурнитурой «Фуджи Торзает». Удочка, я бы сказал, среднебыстрого строя, поэтому подойдет как для ловли форели, так и для ловли окуня и того же головля. Ценник гуманный, как с такой топовой фурнитурой, в районе 2500. Поэтому здесь две модельки с тестами вот до 4 и до 6 граммов. Переходим на следующий стенд. Также одна из топовых серий спиннинговых удилищ под названием Z. Это удочки для ловли крупной рыбы. Это не для ловли вот такого окуня. Щука, судак, нормальный окунь. Линейка представлена тестами до 7, 10, 16 и 20 граммов. Мощный комель, тубулярные вершинки. У удилища колоссальный запас прочности. Поэтому с этими удочками можно выезжать чисто за трофейной рыбой. В этом году компания «Флагман» порадовала также любителей ловли на силикон. Мы выпустили множество силиконовых приманок. Это различные формы, типы приманок и расширили их цветовую гамму. Также в линейке цветов мы пополнили ее двухцветными моделями. Это сочетание болота с шартрезом, также это фиолет с перламутром и так далее. Самые такие востребованные цвета есть в нашей линейке. В линейке силикона «Флагман» вы сможете найти приманки для ловли на микроджиг. Это всевозможные слаги, микроджиговые черви, креатуры. Для любителей ловли более крупного хищника есть у нас всевозможные твистера, активные слаги и виброхвосты. Помимо большого ассортимента силиконовых приманок, компания «Флагман» также выпустила большой модельный ряд блесен и воблеров. Среди блесен здесь представлен большой выбор форелевых приманок, также блесна на головля и колебалки на щуку. По воблерам мы расширили линейку популярных воблеров Big Minnow, это рудры, и расширили линейку крэнков и стримовых воблеров. Приветствую вас, уважаемые рыболовы, на стенде «Флагман». И сейчас я вас хочу познакомить с рыболовными новинками 2019 года, фидерными катушками от компании «Флагман». И начнем мы с среднего бюджетного сегмента. Хочу познакомить с катушкой,
которая, в принципе, не требует никакой дополнительной рекламы. Это всем известная модель «Легенда». До сегодняшнего дня в модельном ряду была 4000-я катушка, которая была оснащена системой бейтранера. Сегодня эта модель выходит переднефракционная. Характеристики остались те же. Передаточное число 5,5, количество подшипников 6. Катушка предназначена для ловли на фидерах 360, 390 с средними грузами от 60 до 100 грамм. Следующими новинками представленными это модель Кастмастера. Также модели оснащены системой бейтранера, передаточное число 5,5, количество подшипников 6. А сейчас мы перейдем к топовой катушке компании Флагман, модель Inspiration. Данная катушка выпускается в двух размерах. Это 4500 по шпуле и 5500. Итак, рассмотрим достоинства и характеристики данных катушек. Катушка размером 4500 имеет вес 320 грамм, 85 сантиметров вымотка за один оборот. Мы ушли от конструкции механизма шестигранника и сделали ручку, которая вкручивается непосредственно в главную пару, поэтому здесь убраны все люфты. Данная катушка тяговая, имеет передаточное число 5,1 к 1. Установлено 10 шариков подшипников. Катушка размером 5,5 тысяч. Имеет металлический корпус облегченный. Также ручка вкручивается непосредственно в главную пару. 10 шариков подшипников. Вес 460 грамм. Данные катушки фидерные. Для использования с весами от 60 до 100 грамм 4500 и от 100 до 150 грамм по кормушке это модель 5500. Ее можно использовать на хэви фидерах, а также при ловле на флет фидер тяжелой рыбы, такой как карпы и белые амуры. Данные катушки появятся уже к середине апреля в сети розничных магазинов «Флагман». Друзі, всім привіт! Ви знаходитесь на виставці «Рибалка і туризм 2019». Цього року компанія «Флагман» представляє оновлений стенд з платформами, з кріслами і решта аксесуарами для фідерної і поплавочної ловлі. Сперше познайомимося з новинка 2019 року – це транспортна система від компанії «Флагман». Монтується буквально за 2 секунди. Сйомна система колесики. Яка дозволяє перетворити вашу платформу в величезну транспортну систему. Нагрузили, зараз заїхали без проблем. Підходить до абсолютно будь-яких платформ, ножок, розмірів. Ну і ізюмінка нашого сьогоднішнього стенду. Оновлена платформа, нова платформа серії Armadale. Це топ-серія від нашої компанії. З надзвичайно зручним стульчиком, який дозволяє вашій спині відпочивати на рибалках. Величезні 36-ті ноги, всі однакові, телескопи, оновлена система кріплення. Рама повністю вся сильна, тримає 130+. То людина з достатньо важкою вагою, великою вагою, буде на ній відчувати себе зручно і комфортно. Ну что, ребята, это был стенд компании «Флагман» на весенней выставке Active Expo Fest. Поэтому, если вам все понравилось, ставим лайки, подписываемся на наш канал. Ну а с вами был, как всегда, Евгений Чертенков. Всем пока!